Привет, зритель. Тапочки с овечьей подошвой. И сверху текстиль. За 368, кажись, рублей. Райдберит. А еще вот тут в вакууме. Ломаный кэшью. 300 с чем-то рублей. Сазон. 500 грамм. Свежий, 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 свежий. Очень свежий. Он был слегка дешевле, чем не ломаный. Я подумала, все равно его потом грызу, жую и так далее. Куда мне надо? Даже хорошо, что он вот ломаный. Вот он в вакууме такой спрессованный пришел. Тут еще одни тапочки. Не мне, но точно такие же, на размером чуть больше. Это 36 размер, идет под 35. Я их достала, потому что я на руке снимаю. Тапочка раз. Вот сюда можно рукой залезть. Мех. Мех текстильный. Тапочка 2. У меня тапочки вообще как бы развалились, а мои есть только гостевые. Одни. Вроде так прилично прошито. А еще у меня тут штатив. Сейчас скажу. Такой же, как вон тот. Вот он, как этот, только он черный, а тут серый. Тот я покупала в 2016 году на донат от зрительницы за 2,5. А этот чуть меньше 1000. И он тоже в чехольчике. Тут у нас кошка Алиска наблюдает. В общем, у штатива тоже есть своя переноска. Вот она. Переноска штативная. Удобно. Один потом на следующий дачный сезон поедет в деревню, а другой будет тут. А вне дачного сезона мне иногда требуется снимать на две камеры. Тут он пакетики еще. И мне будет как раз туда поставить, потому что DJI немножко тяжеловато для того, что подходит только для кольцевой лампы или телефона. Я думала, что он у меня рекам, а оказалось эра. Вон тут варианты аксессуаров. В принципе, у меня несколько таких штук есть. Две было с одной кольцевой лампой. Одна с другой. Дополнительную я еще покупала, немножко по-другому выглядит. Вот мой на руке обзор заказов. Сазон. И Wildberries, артикулы будут в инфобоксе. Может, кто-то что-то захочет себе прикупить. Хочешь поддержать канал, зритель? Поддержи, скажу спасибо. Ну и это. Спасибо за просмотр. Пока.